Миссия ОБСЕ регулярно сталкивается с препятствиями в своей работе на Донбассе. Об этом в Мариуполе сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Только в январе наблюдателям около 100 раз препятствовали в передвижении. За 80% этих ограничений ответственны так называемые ЛНР. И 60% этих препятствий свободе передвижения, то есть где-то 60 случаев препятствий, это был полный отказ в доступе к определенным объектам. За февраль уже зарегистрировано около 60 ограничений передвижения наблюдателей. Большинство из них на территории, неконтролируемой правительством. За последние недели с наблюдателями ОБСЕ произошли серьезные инциденты. Несколько дней назад, например, в сторону нашего патруля был открыт огонь из стрелкового оружия. Также ранее группа наблюдателей стала участниками инцидента, когда, находясь в комнате, пьяные казаки открыли огонь в той же комнате. И в начале месяца группа наблюдателей была вынуждена упасть на землю под дулом стрелкового оружия в городе. Александр Хук говорит, что призвал генералов Совместного центра по контролю и координации вспомнить, какие задачи на них возложены минскими договоренностями. Я призвал генералов Солидари, чтобы они приняли все возможные меры для того, чтобы такого больше не случалось. И если такое случается, чтобы были предприняты все меры для того, чтобы исправить это и для того, чтобы дать понять, что оправдания недостаточно.